Ну, поехали. 544. Хакзаска и эвтаназия. Одно хп. Охуительно. Ринкет хороший тут. Чё ж он не прокает сразу, а? Было бы класс, если бы он сразу прокал. Да. 17 тир дилей, 3 дэмэдж. Ясненько. 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 Какой-то жопный старт для первого раунда на стриме. Ладно. Экзоска и эвтаназия. Не было таких. Не успел? Ну, теперь успеешь. Включил снова. Блин, старт прям максимально неприятный. Главное, одно хп, еще и селлар. О господи, ладно, мне повезет. Здесь мне повезет. Эта дрянь может? О, эта дрянь может мне фулл хард дэмэдж сделать. Хотя может не может. Поэтому мы идем сразу. А вот хер его знает, что лучше. Я думаю, это пока лучше с собой взять. Вот реально. Бля, сложно. Крысхай хорошая дрянь на боссов. Эта хуйня ловит... А, ну вот с этим. То есть уже идеально. Вот почему она и хороша. Она ломает камни, она всех в дырку засасывает. Это полезно. Можно было таблетку поедать, но наверное, не стоит. Подали. Смысл уже ее юзать. Зачем искать тирсдаун там? Наверное, ни к чему это. Скорость хорошая. Дэмэдж говно. Тирит говно. ХП чуть-чуть дали. Совсем чуть-чуть. Ну, посмотрим. Камней правильных нету. Пауки. Пауки в рассинхроне, мне это не нравится. Ну-ка. Таназия прокает на удивление неплохо. Второй раз прокает за этаж нормально. Безревол. Еще батарейка, на. Знаете что, наверное, я с ним. Есть батарейка, тем более. Ага! Не задело. Серьезно, что ли? Ладно. То есть тут камень не задело. Странно. Прям сильно странно. Ладно. Не задело и не задело. Это не то. Чё, батарейка? Окей. Тупо взорвать камни. Разве что, да? Тупо прикол до хера. Вдруг чё да и будет. Нету. Ну ладно. Убедились. Это не открывается. Не думаю, что я хочу забрать Match Stick с собой. Прям совсем не думаю. Не думаю, что я хочу идти в узкую руну с 2 хп. С таким DPS-ом. Блядь, Данил. Вне экрана, может быть. Может быть, потому что было вне экрана. На самом деле, не, подожди. Потому что надо взорвать эту хуйню. Потому что бомбы тратить, ну, совсем не к месту. Бомбы нужны. Может быть, да. Потому что вне экрана было. Где такое? Возможно. Так, это было в длинной узкой руме. Хоп. Так-то лучше. Так-то лучше.
Диман пришел ныть про скучную Формулу-1. Там Квят прорвался на 4-е место. Понимаешь, Диман? Собственно, это все, что было там интересно, по-моему, за всю гонку, правда? С последнего. 60, короче, 60 какого-то круга. Или 50 какого-то круга. Там, короче, пейскар был. В конце почти самой гонки. Там, да, там Квят 3 позиции, по-моему, отыграл с рестарта. По-моему, только он и отыграл, больше никто ничего не отыграл. Там больше, по-моему, ничего не происходило вообще ничего. Типа, тем более на Имоле там, типа, что-то было ожидать. Из-за современной формулы и несовременная трасса. По сути, ну, обгонять крайне сложно. Так что это было, в общем-то, ожидаемо. Тут трасса красивая. О! Хуя себе. Нормально. Не, так Монако еще и медленные. И Сингапур также. Там трассы не обгоны, потому что они медленные. Там, в принципе, нет мест для обгона. В основном. Ну, типа то, что надо. Там жесткие торможения и все. Длинные прямые. И очень узко. В магазине у меня ключа нет. В магазине. Red Death. А у меня бомба есть, но типа у меня 5 копеек. А нахуй мне 5 копеек. Ну хотя, в принципе, если что-то мега хорошее будет. Конечно, может, захочу потратить только бомб на что-то мега хорошее. Тогда, возможно, я соглашусь. 5 копеек тратить, это вообще типа аркада всегда нужна. Желательно. Ну типа нет. Не. Деньги брать неоткуда. Пиздюков взрывать что-то жалко мне бомбы тратить. Выкинь гадость. Это дух. Рецак. Ну, чуть больше хп стало. О, найс ван. Ребята, я пошел. Хорошо? Хорошо. Просто я пошел. Просто это ебанутая комната. DPS-ом я в рот ебал ее проходить. Поэтому мне нужны бомбы. Главное было опять не пойти в нее нечаянно. Я надеюсь, я запомню, что сверху плохая рума. Направо еще не ходили. Стой ты, блядь, на месте. Бомба, найс. Легче выдерну. Душный был первый раунд, похоже. Разминочный. Наверх мы не идем. Длинную рум пока не хочу идти. Спрятался я в домике. На, в костер. Нехер было там Бурелла и Вильнёва устраивать. А, то, что там перестраивали трассу, ну это уже другой вопрос.
тоже может быть. Скорее всего, правда. Удалю. Да, я тебя удалю. Мухи норм. А, пропустил. Меня будет бесить все время. Мне надо ее удалить. Опасно. У тебя будет вообще эвтаназия или нет? Типа хотя бы одна. Сколько раз в 100 у меня вылетает одна эта ебучая эвтаназия? Сейчас опять промажу, когда она вылетит. Саб-30? Тут про саб-30 можно только мечтать в этом стриме. Забудь. Тем более не с таким стартом. Это уже не актуально. Как там мелкое чудище. Да, эвтаназия убивает. Знаете что? Давайте сторону. Тусыки меня зажмут, наверное. Однажды. Эвтаназия убивает, по-моему, еще головы, которые. Турельки. Была месть. Ну, типа, просто я же буду, знаешь, что туда-сюда ходить, типа, это срань меня будет бесить. Шипы сраные. Типа, если их можно удалить, то я их удалю. Чтоб было. Знаешь, просто чтоб было. Ладно, я, наверное, пока не буду заряжать. Бомбы есть. О! Тут много чего можно удалять. Я вас тоже всех удалю. Саб 30 стрики. Так, еще, по-моему, все хп удалю, по-моему, быстрее, да? О, ебать, они еще, по-моему, это, смотри, они... смотри, они тут наезжают. Блять. The fuck. Бля. Забавно. Я могу их удалить в раз? Оба. Наверное, нет. Они прям почти уже наехали друг на друга. Как контент. О. А, я, по-видимому, пока забыл. Я, кстати, там давно ничего не добавлял. Завтра, может, займусь. Завтра, скорее всего, не буду стримить, вероятно. Завтра, потому что займусь как раз саундтреками. Привет, Форпич. Посмотрю, что я там еще не добавил из предложенного. Давай. Эвтаназия, камон. Эвтаназия. Воу. Я пока занят. Мне пока некогда. Но скоро я все включу. Если это можно включать. Найс. Еще один, давай. Камон. Последний. Я реально же порой теряю хп на этих ебучих шипах. По неосторожности. Лучше их удалить. Чтоб потом меньше париться. Прокал бы почаще, было бы хорошо. Окей, ладно, прокнул. Ютуб. Song Request. Нажал. Ведьмак. Поехали. Ну, я пока оставлю. Я думаю, мне кого должно хватать. Нужны прям сильно, вообще ключей нет. Уф.
реально не было ни одного ключа, да, по-моему, за весь ран. Кажется. Два этажа. Ничего нигде не упало. Батарейка. Ну окей, КП вроде нормально. На ближайшее будущее хватит точно. Еще батарейка. Классно. И это, конечно, хорошо. Батарейки, только у меня ключей ни одного нет. Прям вообще ни одного. Светка, вероятно, тут, да? С виду вроде может быть по факту, кажется, маловероятно. Хотя, может быть. Да. Нет ключа. Ну, походу мы остаемся без item room, без магаза. Аллилуйя! Возьму сразу. Мне нужен дэмэдж. Это пофиг. Ну окей, это уже хоть что-то. Это уже неплохо. Там еще одна рума. А, там плохая рума сверху. Я вспомнил, там плохая рума сверху. Это может ключ есть. Фак, ладно, пошли. Дэмэш есть и Crimson Sky 3 юта есть. Бесплатных, так что ладно. Теперь, который у меня готов, там теперь чемпионов не будет, по крайней мере. Нормально. Может, ключ пойдет как раз. Удача заебись, удача на эвтаназию. Я говорю, да, поэтому теперь можно зайти сюда. Батарейки есть, поэтому. Хорошо. Вторая секретка еще где-то есть, по идее. Вот, правда, где я. Ну, вроде, самое очевидное здесь, да, по-моему, расположение. Самое логичное. Реально здесь. Где ж мой химитомезис, да? Ладно, это пока оставим. Я не забуду, я вернусь. Здесь я не забуду. Ну вот, я боюсь, тебя я не беру. А, даже так. Даже так. Фак. Ой, нихуя. Ну теперь берется. Теперь он берется. Теперь это спан. Теперь я просто взорву. Плюс дэмэдж. Плюс хп. Остальное я не понял. Не, я включил сразу после финиша. Прям ровно. Я квята там оценил. Там больше ничего, правда, и не было во всей гонке. Вообще нихуя не было. И краши какие-то странные. Тогда. Можно было смело включать конец гонки. Больше можем ничего не смотреть вроде сегодня. Там хп в клетке. Ну вот да, это да, там не дожали. Не дожали. Короче, ни одного ключа, два этажа. Класс. Бывает. Ну, тирет, по крайней мере, не испоганили и не... улучшили. Дали дэмэдж. И дали удача, да, по-моему? Или у меня удача была 2.55, я не помню. Или удача не изменилась просто. Не помню. В принципе, тирета нет, но вроде жить можно.
Тирет могли в теории отобрать. На самом деле, я этого боялся больше всего. Типа, это самая жопа на эксперименты, когда у тебя тирет 17 на Эдене, тебе могут дать еще, по-моему, плюс 5. Или около того, если не плюс 6. Там очень странная формула тирейта. Типа там, чем тебе тирейт хуже, тем тебе дают больше плюс тирейт. Это просто жопа каждый раз. Это прокает минус тирейт на херовый тирейт. Прям совсем больно. Тимтед. Это тирейт. Минус 3. Найс. Все еще ищу ключи, хотя бы один. Любой ключ. Хотя бы один штука. Это два штука ключ, хорошо. Меня услышали. Приятно. Доберется. Доберется. Окей. Первый магаз, первая этом рума. Ладно, вторая этом рума. Первая была без ключевым доступом. Это еще можно залатарить. Ну, маленький, но тирейта. По крайней мере, мы теперь на стандартном тирейте плюс-минус. Вернее, ровно на стандартном. Айзек тирдилей. Стандарт качества. Ну окей. И много дэмэджа. И таблетки теперь вроде полы безопасны. Хотя они будут плюс 3, наверное, да, если будут. А, ну. Будет плюс 3. Будет плюс 3. Я помню. Угу. Ну ладно. Бог дал, Бог взял. Приятно. Сэкономили бомбу. К разговору о том, возможно ли через мейс попасть в секретку. Возможно. Опять же, видите, все возможно. Просто сложно. Но невозможное возможно. Этого дела. Спасибо за удачные раны. Так, а таблетки с трикеросом только едят. В основном-то. Типа на спидранах наоборот. Таблетки за это довольно смысла мало обычно. В целом таблетки, они крайне ситуативные. Потому что они в целом тебе ничего хорошего прям жестко обычно не дают, как правило, прям сильно жестко хорошего. Но могут подосрать. Но опять же, порой они могут наоборот тебе спасти ран. Какой-нибудь там Hell's Up дать или там Pulse of Steel. Внезапный на одном хп или на пол хп. Сыграй, это крайне такая ситуативная хрень. Привет, Тэшопа. Ты лепил сейчас стену, вот то же самое, да. Туда же относится. Я даже на сделке... Скорее, телепился на сделке, конечно. Мемнее. Ну да. Бам-бам-бам. Ну ёпта. Ну что это за говно?
Вообще, по идее, можно в таблетки взять дальше. Я уже нашел, в принципе, Тирза, это была самая плохая таблетка. Дальше там уже ничего хуже не будет, наверное, сильно. По идее. Стомпи, не хочу стомпи. Я не люблю, когда я сильно большой на экране. Так мешает играть. Тоже будет стомпи, подожди, или нет? А, да. Ну ладно. Но это плохо. Это очень неудобно. Я наоборот люблю себя уменьшать, а не увеличивать. Это тоже плохо. Типа, что сильно мелко, сильно большое, все неудобно. Все больше мешает, чем помогает чем-либо. Мамс бокс. Вид с главным размером менее пользоваться. Тоже, конечно, правда, но все-таки стомпи дряни. Чего я стомпи даже не помню? Что-то при уроне там этот вейт вот прокает. Да не оно. Наверное, это оно. Короче, ладно, все-таки. Хотя, блять, мамс бокс еще и скарбэттери. Чем-то босса надо убивать. Нет, ни орбиталки вообще ничего нет. Это, кстати, прикольная хуйня. Теперь давайте мне ваши тирздауны мерзкие. Я их в тирзапы превращу. Подарок. Сделка, наверное, будет. Наверное, так куплю подарок. Дальше рулить. Пандора. Там еще автомат остался. Ах, да! Реально прокает вейт ват. Я угадал. Я правильно вспомнил. Ладно. Интересно, после гонки, когда Марк когда-то поздравлял с хорошей гонкой, сказал ему, что тут уволен. Качественно нет. Что, еще пока не объявили же. Я думаю, скоро. Пофармили, да, значит, говорится, пофармли нам. Там. Такое. И подожди, может, Блэк Руна будет на сделке какая-нибудь. Херня. Тень что-нибудь упадет. Найс шипы. Опять будем. Чтобы сильно дольше без скрытыская. Правда. Проблема. Ну, вроде норм. Нормально. Поздновато сегодня формула. Сегодня гонка поздно будет. Которая... Которая у пати гонка будет в 22 по Москве. Ну вот, а это мы пригодились, лол. Предавсай. Подарок нормальный, нормальный. Тирейт не дали, вы угораете. Сука, два этого мне тирать не дали. Вы что, конченые? Совсем конченые. Пиздец, вы травите. Сука, с двух айтемов ни одного тирзапа не дали.
Дамага даю, да, дамаг. Дамаг 26,5. Большой дамаг. Короче, пошли дальше, ладно. Хэбби Куэйв. Джи-джи. Yeah, I mean, it was a G-probably, like, when I got Martian, but yeah. I'd like to get some Tyrant, though. It's avoidable. Блин, реально отожрался. В таблетках. Иден на фарме. Вот так аккумулятор будет не уверен. Но, возможно, будет двойной эффект, кстати, все-таки. Я думаю, остается двойной эффект актива в войде. Полагаю. Но не факт. Но, скорее всего, остается, я думаю. Ах да, так делать больше нельзя, я забыл. Это раньше, по-моему, можно было, когда на самом старте игры, типа, Войды и Блэк Руны не стартили, по-моему, не был страшен, не черен, что давно уже пусть пофиксили. Еще флешбеки какие-то остаются. Войд прям тема, потому что с Войдом я еще могу... Теория. Локапы настакать, это тоже будет клево. Энерджи, энерджи тоже прикольная тема. ПХД, да-да-да, я уже вспомнил. ПХД я уже вспомнил. Ладжер нет. Не-не-не, остановитель безумия. Нормальный тирейд, полноценный, наконец-то. Вроде пройдено. Теперь даже я, наверное, хочу ангелов, правильно? Потому что... Аж ты клёвый. Жми? Да не. Не-не-не-не-не. Сильно мало места остается на экране. Что было в магазе? Стопвач. Наверное, не особо мне это надо. Наверное, переживу без топ-вача. Хотя я могу его взять, возможно, даже. Ну, наверное, не буду. Типа, скорость максимальная, это тут стоп-вач сам по себе не особо нужен здесь. В таком ране вроде. Тот спит. И тут, что спит, по идее, в тему. По большому счету. Не такикс. А, да. Ставлю энергетики. А вот и Кенсер. Но нет коробки. Ну, ладно. По крайней мере, тирейд уже пофикшен. По-моему, это тирзап, да? Это тирзап, по-моему. Черно-желтая. Мне кажется, это тирзап. По-моему, это тирзап. Блять. Да ёпта, я нихуя, блядь, не вижу в этой ебаного размера этого долбоёба. Весь экран. Найс. Активка. 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 Тринька. Войд. Всё, тирскап и локап, найс. Идеально. Но посмотри, да, как бы Кенсер я нашел без монсбокса. Хотя, по-моему, Тринки-то там тоже сидит в ванилле. По-моему. Хотя, возможно, нет. Либо, возможно, с монсбокса у меня тоже упал бы очень быстро. Не помню. Но, по-моему, в ванилле все Тринки-то сидят, по-моему, тоже. Как в Р плюс почти. Или абсолютно так же.
Ага. Никогда я больше не буду брать стомпи, какое-то говно. Это, блядь, худшая, блядь, хуйня в стомпе. Серьезно. Нихуя не похоже, что ебаного стомпи, он так все руинит. Просто руинит. Вообще невозможно фармить. Бесячая срань. Смаунсбокс минус 4, да. Ну там типа удвоенный эффект тринкета. Получается. Так оно и пол... А. В принципе, наверное, это куплю. На самом деле. Нихуя себе тут можно пофармить. Ой, блядь, мы, похоже, будем еще фармить. Вроде бы оно нахуй не надо фармить, а вроде... Можно пофармить. Лампочка лучше, вот, кстати, может быть. Ну, плюс 4 демедж или... Мне тирет нравится больше. Все же. А. Да я больше по тирету прикалываюсь. Я долбоёб, я неправильно делал, ну ладно. Там были еще хуйня? КП красный где-то еще был или нет? Терпеть не могу лост. Понятно. Понятно. Ну, как минимум, надо эвтаназию прокатить, правильно. Вроде очевидно. Эвтаназия нужна. Осторожно, стомпи. Мерзотный эффект. Ломка, ну а хули делать? Раздает возможность от добра отказываться. Я хочу хотя бы собрать это. Удачи на максимум, типа для эвтаназии. Там надо 15, да, по-моему? Тоже опять забыл, по-моему, 15. Да, вроде 15, да. 15, надо. Угу. Скидка. А, не берется никак. Вернее, Блять, или похуй берется. Лоу. Тогда берется точно. Там. Ну, в принципе, все. Пакет собран. Holy shit. Thank you. Mm-hmm.
Так я и делаю, я и делаю. Мне еще надо 3 удачи. Вроде. Я больше не вижу, правда. Okay. Вижу. Законно это... А, маунтбоксеры дали опять лол. А вот и... Найс. Красиво. Я, видимо, мы ролим... Магаз что-нибудь другое, да? Лампочка, лампочка, наверное, особо не в тему, потому что у меня все равно будет получаться, что... У меня будет постоянно на этом заряжен. Ну, то есть у меня не будет лампочка работать, скорее всего, нормально. Нахуй я деньги подбираю. Так, ролим дальше. Тут батарейки нету, что хуёво. Типа ломать через деньги я не хочу. За V-Bug. Смотрим. Насрать. Карабас. Карабас, барабас, это не нажимай, главное. Вот это вот норм. Вот это вот норм. Это вот сильно норм. Потому что она теперь будет не заряжать активку. Вторую. Не-не, стоп. Так делать. Энжи вообще по идее нет. Энжи может тут пока оставить, я не знаю, чуть может с ней придумаю, но скорее всего ничего с ней не придумаю, я думаю. Ты что с ней придумаешь особо? А, у меня еще. Бля, хорош, у меня дабл актив. По идее, не очень. У меня уже есть стартер-дек, правильно? А, нету. Бля. Плохо. Да вы троллите. Да вы, сука, реально троллите. Вы, блядь, хаос. Я не хочу хаос еще. Не время хаоса. Во, нормально. Да, наконец. Стоял человеческий. Привет, революция быстро. Это такой огромный, ну... Чтобы все боялись. Типа нахера? Я не знаю, нахера, поэтому... Как... Наверное, да. Наверное, просто мне это не надо, реально. А вот это мне, может быть, надо. Это сжрать. Мистер Ми все еще нет. Плохо. Лампочка, лампочка тоже съем, да. Где оно? Не нашел я его, ну я его нашел, в смысле не на Spotify. Spotify нету Соника нормального, к сожалению. Пусть отдельно качать. Your Scringe. Я был вынужден это сделать. Уж больно там кайфовый был саундтрек в первых Сониках. Вот это, по идее, даже не очень, наверное. Поглазон, у меня пока не было времени это составлять. Там уже, не знаю, уже 5 или 6 смотрю, которые я еще не проверял. Я завтра говорю, завтра, я не буду стримить, завтра я, возможно, стараюсь не забыть этой хуйней заняться. Там посмотрю, что там накидали еще. Скоро там закончится айтем тоже. А потому что я Мамсбокс убрал. Да. Deploy Void не работает вместе. Так не получится. Кстати, про Void. Я не могу это водить.
Здесь у меня вообще Войт. А Войт остался, я понял, там остался. Главное, реально Войт по тупости нажать. Это ебаная руми с полным целом. Это будет пиздец смешно. Все, все, хп сажал, ну ладно. Будем пытаться доламывать до конца. Его почти до конца. А, уже доломали, окей. Окей, так, moving box. Мне надо ставить точно бланк карту, это железно. Когда-нибудь да, это все дело выгрузить, возможно, попробовать. Пойдет. И с собой забираю еще мистер Ми тоже туда же, наверное. Что он тоже пригодится вполне наверняка. Ну, поехали. Блин, на самом деле... А, кости поломали... Лицы визуален. Бля, плохо, ну ладно. Они соло брать кости. Блин, кости руина. Для шприцов. Ты четыре, нет, ты путаешь с ДСД 100. Попрошу-ка. Ты четыре, не ДСД 100. Проявите уважение. Разные айтемы. Пока все еще нет этих. Нету возрождений никаких, это плохо. Или еще это бы найти было бы нормально. Кошек. По этой душе, возможно, тогда пойду сразу брать хаос. Вероятно, это плохо. Ладно, не возьму. Еще одна кнопка. Это конжоид? Бля, вот это зря, наверное. Ну ладно. Ладно, ищи это говно. Хорош. Дача. А, не особо хочу этот нам бомжу. Я сам ветерскап давно. Тащи. Нет, это тоже говнище. Торусы ваши оставьте себе. Нужны мне ваши торусы. Да сто. Nice.
Кейка, ага. У меня же хосхед вроде есть, да, по-моему, есть. Пять дед. То есть я, в принципе, в условной безопасности вроде. Взрыв, по крайней мере. Что нормально. И Shadow. Побежали? Возможно. Может быть, даже побежим. Побежим прямо сейчас. А Миссино не будет, потому что я не взял еще хаос. Миссино только с хаосом прокает в магазе. Без хаоса никак. Охуеть, ты что, угораешь? Ни хера не вижу. Хватит ли этого? Наверное, хватит. Ладно, поехали. Стоп. Мамус бокс. Это Тайгер. Все будут рисовать Тайгер. Суть ту. Уже 32. Скоро 3 года уже будут. Лампочку не съел, но, наверное, пофиг. Наверное, пофиг. Ладно, поехали дальше. Всего-то потеряли минут 40, наверное, лишних в этом ране, чем надо было. Ради удовольствия. Явно идем на мегастерн. Это очевидно. Или всем очевидно. Гапи. Часть слова. Добавлено. А откуда? Вот две лампочки, окей. Чего? Ладно. Импера, да зачем, господи? Я же фулл-маппинг типа билд, с которым я пройду все этажи за полторы минуты сейчас. Все вместе. Тут не вижу смысла искать блант Имперера. В экранах. Ретфа. Опять игру ломаем, ну... Сначала игра пыталась меня сломать, потом наоборот. Старт был мега херовый. Моя месть. Теперь мы играем в Steam. Херовый старт. Я пошел. Вэда, я войд не пойду. Долго. Я только на мегастена пойду. Не, у меня краша не было. Это краша у меня пока еще не было. Хоть крылья огромные, пиздец. Лол. Ебать, странно соспомнился войд. Очень странно месть. Опять, видимо, из-за DPS-а. Сейчас съехало.
Не, я думаю, тут краша не будет. Типа я видел раны сильно похуже. У меня тут даже лагов нет никаких. Там краш, когда это реально типа слишком много айтемов, слишком много дэмэджа. Тут билд тут более-менее обычный, в общем-то. Типа я ломал сильно хуже. Это так. Там, не, ну там в том числе от дэмэджа. Там от дэмэджа и всяких аур. Типа если там годхэт на миллион дэмэджа или еще какая-то хуйня, это может делать больно. Иногда. Привет, Гризли. Просто в том числе от дэмэдж. Вот это будет руина. Илда. Блин, мы знаем таких с говно. Я вчера видели. Таких с это не старт. Старт фрукткейк. Деда, я нечаянно. Я не виноват, он цилит. Я тут ни при чем.